Бруснику ешь, Михайло Потапыч. И чернику, а что? Вкусно. Ничего, а что? А то, что к тебе в дом вор забрался. Ко мне? Вор? Караул! Грабят! Держи его! Хватай! Кого? Где? Куда? Держи вора! Лови вора! Стой! Вор! Держи вора! Не пускать больше в лес этого вора! Не тревожься, Михайло Потапыч, не вернется. Слышишь? Говорил же я вам, говорил. Ой, кто же это такой? Броситься хочет. Выбирает. Как вас зовут и зачем пожаловали? Я? Зверь Остромысл прислан сюда навести порядки. Не бойтесь, я буду милостив. Что-то этот Остромысл на нашего лиса смахивает.
Будто он, будто и не он. Ой, да что ты! Да он тебя сейчас со всеми колючками проглотит. Дошло до меня, что у вас в лесу воровство завелось, а? С этим я покончу. Ворам от меня милости не ждать! А? А что, уважаемая, небось у тебя и детки есть? Как же, батюшка, целых трое? Трое? И верно хорошенькие. Красавчики, милостивый остромысл, такие смышленые. И здоровенькие? Здоровенькие, милостивец, пухленькие, веселенькие. Это хорошо. Так ты приведи их утром. Я их съем. Ах, батюшки! Постой, кума. Я помогу твоему горю. Слушай. Михаил Потапыч, узнаешь? И вправду лис! Безобразие! Не доглядели! Сторож виноват! Подать сюда Михайлу! Держи его! Вора! Обманщика! Каким бы ни был с виду зверь, ты на слово ему не верь.